Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGoRun, уля-ля, что за сайт? Ну когда свадьба? Свадьбы нет, не будет свадьбы, ребята. Пока что нет, точно. На машинку. Свадьбу из-за 1000 рублей. Смысл сейчас свадьбы? Я еще слишком молодая для свадьбы. Мне понравилось в Роме, скорее всего, его чувство юмора и, в принципе, его характер и человечность. Он достаточно интересный человек, и с ним всегда прикольно поразговаривать, посидеть там, не знаю, о чем угодно. У него милые щечки. Все, у Ромы очень хороший, красивый голос. Когда мы начали встречаться с Ромой, ну, получается, неделю назад. Ребят, я признался еще недели две назад. Боже. Если вам этого интересно. Ушная на расстоянии или вы планируете вместе быть реально? Я готов все оставить тут и... Ушная палочка? Попробовать. Я встречаюсь с самой красивой девушкой планеты. Ой, такой пиздализ, боже. Ебать, неловко я ебал. Опять не трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов... Красава. Ну ебало, завали там нахуй, сос. Я пообещал бросить дуть. Бля, вот нашли друг друга в интернете, да? Пиздец красивые. Руки в бедра, руки прямо как узлы, руки на замок. Кольца нет! Я спрашиваю, где кольцо? Еще бы ты так не сказал, будучи моей женой. Че, ой, стоп, зачем я выиграл? А вы официально свадьбу будете играть? Ну да. А вы приедете к нам на бля, свадьбу? Бля, кстати. Да. Бля, я подумал, ты сейчас говоришь. А, ты видосы говоришь, ебать. Я тоже не понял. Ну, тебя еще подумаю. А кто, по-твоему, отвечал твоим голосом, блядь? Ебать, тупой вопрос, блядь. О, это мои чисто, типа, сейчас, Лев. И спасибо вам, что вы меня поддержите всегда со мной. Да, что-то грустно надо прозвучало. Я тебя люблю. Ты снова прощаешься, руки говорят, тебе. Не за что, да пошли вы нахуй. Бля, ну я не знаю, мне понравилось. Да, мне...